Тема шестой лекции «Казахстан. Послевоенный сталинский период. Реформы Никиты Хрущева» по курсу «История Казахстана в XX веке». План лекции. Первый вопрос. Общественно-политическая жизнь Казахстана в послевоенные годы. Второй вопрос. Дело Бекмаханова. Гонения на общественных деятелей и ученых Казахстана. Третий вопрос. Экономика Казахстана в послевоенные годы. Рассмотрим первый вопрос. Общественно-политическая жизнь Казахстана в послевоенные годы. Завершение Отечественной войны породило в народе надежду на изменение жизни к лучшему, на ослабление тоталитарного режима. Но режим не только ослаб в годы войны, но и укрепился в послевоенные годы. Сама победа в войне отождествлялась с массовым сознанием как победа Сталина и победа режима. К этому времени были присущи такие отрицательные явления, как подавление свободы, игнорирование его прав, отчуждение людей от средств производства и формирование политики, влияние на власть управления государством. Это было время культа личности Сталина. Казахстан, как одна из союзных республик СССР, развивался в послевоенные годы в существовавшей политической системе. Вся полнота власти находилась в руках коммунистической партии. Под ее руководством функционировали все звенья существующей системы – советы, профсоюзы, комсомол и другие общественные организации. Все вопросы назначения и смены руководителей органов власти, организаций, учреждений, общественных объединений находились в компетенции партийных органов. В феврале 1949 года состоялся 4-й съезд Компартии Казахстана. Всю его работу пронизывали сталинские догматические установки, а решения были направлены на усиление партийного контроля над обществом, на борьбу с инакомыслием. Для послевоенных лет, как и для военных лет, характерны неоднократные реорганизации республиканских и союзных органов управления. В 1946 году высший исполнительный распорядительный орган Совнарком СССР был преобразован в Совет министров СССР, а Совет народных комиссаров – Казахской ССР, Совет министров Казахской ССР. Наркоматы были преобразованы в министерства, количество и штаты ведомств сильно увеличились. После войны изменилась и система судопроизводства. Многие чрезвычайные и административные меры были отменены. Так, в мае 1947 года была отменена смертная казнь. Вводилась выборность судей и судебных исполнителей, сократилось число трибуналов, хотя сохранилось особое совещание Министерства внутренних дел. В 1946 году функции управления в области охраны общественного порядка и государственной безопасности осуществляли МВД СССР и КГБ СССР. Ну и, соответственно, МВД СССР и КГБ Казахской ССР. Влияние этих ведомств на внутриполитическую жизнь страны в 40-е и 50-е годы было огромным. Чтобы обеспечить народное хозяйство рабочей силой, в 1945-48 годах была проведена широкомасштабная демобилизация из вооруженных сил. Из армии вернулось 8,5 миллионов человек. Одновременно проводилась репатриация советских граждан, которые были в фашистском плену или угнаны на работу в Германию. И к концу 1945 года в Советский Союз возвратилось 2,5 миллиона человек, многие из которых стали спецпереселенцами или заключенными ГУЛАГа. Часть этих людей была выслана в Казахстан. И, кроме этого, из восточных районов на прежние места жительства возвращались эвакуированные во время войны в Казахстан. В годы войны в Казахской ССР, как и по всей стране, было временно приостановлено всеобщее обязательное 7-летнее обучение на селе и 10-летнее в городе. И с 1949 и по 1950 учебные годы в Казахстане повсеместно начался переход к всеобщему обязательному 7-летнему, а в областях и крупных промышленных центрах – 10-летнему образованию. В эти же годы проявляется и забота о материальном положении учителей. Были предусмотрены льготы и преимущества для учителей и членов их семей в сельской местности. Сельским учителям предоставлялись бесплатные квартиры, а в случае их отсутствия местные советы оплачивали аренду квартиры, обеспечивали их топливом, освещением, выделяли приусадебные участки.
началось массовое строительство домов для учителей. Для обучения без отрыва от производства для молодежи создавались вечерние, заочные школы рабочей сельской молодежи. Правительство обязало местные власти строить массово дома для учителей. И с окончанием войны из Казахстана был эвакуирован ряд вузов, техникумов Москвы, Ленинграда и других городов Советского Союза. Уехала и большая часть преподавателей и профессоров. В ноябре 1947 года ЦК ВКПБ и советское правительство приняло постановление о мерах дальнейшего развития высшего и среднего образования в Казахской ССР. Начали выделяться дополнительные средства для строительства школ и других учебных заведений. Приобретался учебный инвентарь, оборудование, и в Казахстан стали направлять квалифицированных преподавателей вузов, и в центральных институтах и университетах увеличилось число мест в аспирантуре для преподавателей из Казахстана. Жесткая командно-административная система достигла своего апогея в 40-е и 50-е годы XX века. Общественные науки находились под неусыпным контролем партийных органов. В Ленинграде и Москве в это время фабриковалось знаменитое ленинградское дело, дело врачей, а в Казахстане было организовано дело Бекмаханова. Молодой талантливый историк Ермухан Бекмаханов, первый казах, доктор исторических наук, работал над подготовкой многотомного труда истории Казахской ССР, в который входили, над которым трудились видные советские ученые Кучкин, академик Панкратов, Греков и другие. В июне 43 года вышла первая книга в свет. Но оценка антиколониальных восстаний, которая дана была в этой истории, вызвала ожесточенные дискуссии. Научные взгляды Бекмаханова, высказанные им в монографии «Казахстан. 20-40-е годы XIX века», опубликованные в 1947 году, были объявлены буржуазно-националистическими и политически вредными. Далее, в этой работе Бекмаханов определил восстание Касымова, Кенесары Касымова, как национально-освободительное, направленное против колониальной политики царизма. В 1950 году в газете «Правда» была опубликована статья «За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахстана», где книга Бекмаханова была осуждена. Бекмаханов был уволен из Академии наук. В 1951-1952 годах работал в одной из средних школ Чуйского района Джамбульской области, а 4 декабря 1952 года был осужден судебной коллегией Верховного суда Казахской ССР на 25 лет по обвинению в антисоветской деятельности и буржуазном национализме. Только после смерти Сталина в 1953 году дело Бекмаханова было пересмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. И весной 1954 года Бекмаханов вернулся в Казахстан. Дело Бекмаханова было не единственным делом в 40-е и 50-е годы. Жертвами подобных несправедливых политических обвинений стали видные ученые обществоведы республики Ахмед Жбанов, Жумалиев, Бек Сулейменов, Исмаилов. Необоснованно были обвинены в допущении политико-буржуазных националистических ошибок Абишев, Аманжолов, Бекхожин, Бергалин и другие известные ученые и писатели. Президент Академии Казахской ССР Канаш Сатпаев и выдающийся писатель и ученый Мухтар Ауэзов, которые подверглись гонениям, были вынуждены выехать из Казахстана в Москву. В марте 1953 года умер Иосиф Сталин. После смерти Сталина начался процесс либерализации политической системы и десталинизации. В 1953-54 годах были пересмотрены основные политические дела, связанные с послевоенными репрессиями. После смерти Сталина его место заняла группа приближенных людей, которые начали борьбу за власть. Это были Маленков, Молотов, Берия и Хрущев. В это время уже предпринимаются первые меры по либерализации системы. Была объявлена амнистия для всех заключенных. В 1955 году была объявлена амнистия осужденным за пособничество фашистам во время Второй мировой войны, сняты с учета и освобождены из-под административного надзора спецпереселенцы. 4 февраля 1956 года в Москве открылся 20-й съезд КПСС.
Первый после смерти Сталина партийный съезд, который подтвердил изменение курса страны. Главным событием съезда стал доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности и его последствиях. Сам термин «культ личности» появился в 1953 году. После 20-го съезда были реабилитированы более 500 тысяч жертв политических репрессий. Период в истории СССР с середины 1950-го до середины 1960-х годов носит неофициальное название «Хрущевская оттепель». На Сталина во время доклада Хрущев на Сталина возложил всю ответственность за поражение советских войск в первые годы Великой Отечественной войны, за репрессии конца 40-х, начала 50-х годов, конфликты с коммунистическими партиями других стран. Текст доклада зачитывался на собраниях парторганизаций, трудовых коллективов, и выступление первого секретаря ЦК КПСС было разослано руководству коммунистических партий зарубежных стран. Послевоенный период экономика Казахстана испытывала большие трудности. Крупной проблемой стало обеспечение крупных промышленных предприятий рабочей силой, так как эвакуированное население после войны вернулось в западные регионы СССР. Заметно выросла текучесть кадров, снизилась трудовая дисциплина, упала производительность труда. В 1946 году наблюдался даже небольшой спад производства, что заставило власть вернуться к командно-административным методам управления. Это дало свои результаты, но в основном в промышленности. Так, в 1946 году был пущен в действие Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, завершилось строительство угольного разреза в Экибастузе, вводились новые мощности на Актюбинском, Балхашском комбинатах, начали добычу нефти, новые промыслы, завершилось строительство железных дорог, весной 49-го начала действовать телефонная автоматическая станция в Алматы. Но положение в сельском хозяйстве было более тяжелым, чем в промышленности. В 46-49 годах у крестьян стали отбирать те земли, которые они присвоили во время ослабления государственного контроля над селом. В 48 году у колхозника был отобран личный скот. Объем обязательных поставок ежегодно возрастал, а закупочные цены оставались ниже уровня 1940 года. В 1947 году была проведена денежная реформа, которая носила конфискационный характер, но она ударила по сельскому населению. Денежная масса сократилась на треть, но система обмена денег разорила крестьян и крупных вкладчиков сберкасс. В 1947 году была отменена карточная система, но в страну надвигался новый голод. В 1950 году была предпринята новая сельскохозяйственная реформа. Цель этой реформы было укрупнение колхозов, и в результате число колхозов в Казахстане сократилось. Тяжелой была социальная обстановка. Уровень зарплаты рабочих и служащих вырос в 1950 году по сравнению с 40-м годом 1,5 раза, но выросли и розничные цены почти в 3 раза, и это привело к снижению покупательной способности. В 1957 году Хрущев выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку». Цель этого лозунга был быстрый рост производства сельскохозяйственной продукции. Но преобладание внеэкономических и административных методов управления экономикой привело к серьезному экономическому и социальному кризису в конце 50-х, начале 60-х годов. Непродуманные реформы в экономике приводили к нарастанию не только продовольственных проблем, но и к взрыву недовольства населения. Одним из форм проявления – недовольство населения и экономического кризиса явились выступления рабочих в августе 1959 года в городе Темиртау. Город Темиртау был одним из быстро растущих индустриальных центров Казахстана. Строящийся в городе металлургический комбинат был объявлен ударной комсомольской стройкой, где работало более 200 тысяч человек. Бытовая неустроенность, недостаточное обеспечение продовольствием и питьевой водой. Откровенные злоупотребления администрации привели к стихийным выступлениям рабочих, которые перешли в трехдневные волнения и были подавлены только лишь с помощью войск. Многие активные участники темиртауских событий были осуждены. Таким образом, что было характерно для общественно-политической и социальной жизни Казахстана в послевоенные годы?
Это, конечно, прежде всего сохранение той прежней политической системы, которая окрепла послевоенные годы, но началась небольшая либерализация системы экономической жизни, которая была частичной. В это время развенчивается культ личности Сталина, идет развитие экономики, промышленности, но положение в сельском хозяйстве в послевоенные годы в Казахстане было, конечно, тяжелым. Проводится ряд преобразований, реорганизации органов управления, но в целом 1947 год, 50-й год, в это время правительство страны понимает, что нужно проведение новых реформ, чтобы выйти из тяжелого послевоенного экономического и политического положения.